А на сцене романтик нашего университета, доцент, кандидат технических наук Александр Романчук. Она страшится ночи молчанием. Встречать рассветы трудно одному. Когда вокруг одни воспоминания, могла б сорветь другая, чья-то нежность. Но как делить любовь с другой? Ведь есть на свете и мужская верность. Но как делить любовь? Тысячи мужчин одной любви они присягу дали. И знаю я остывший дом любовь.